Здесь пытается добраться до каких-то определенных высот в серии А. Подача от Берарди. Неудобная для партнеров, но, правда, самые партнеры... Найх! Какой гол! Пушечный удар! Пушечный! И не зря здесь на подборе стоял. Немного в недодачу была эта подача, но самое главное, что сработал подбор. Никто из пармезанцев не успел встретить. И как из прощи, бабах! Шлепнул душевно в самую девятку. Ну, не знаю, чтобы такой мяч достать Антонио Миранте, нужно было позвать, разве что, не знаю, Алекса Кордаца, резервного.